Друзья, всем привет! В данном видео я снова хочу поговорить о криптовалютах. В прошлых видео я рассказывал, как майнить монету Эрго на домашнем ПК и каких результатов я добился за один месяц. В комментариях меня часто спрашивали, что делать с добытыми монетами, как их выводить. Я решил записать видео и поделиться всеми своими мыслями насчет полученных монет. Мне удалось намайнить за один месяц 5 монет Эрго на одной видеокарте RX 470 с 4 гигабайтами видеопамяти. Вот. Монеты я майнил на пуле Woolly Pooly. Можете посмотреть мое первое видео с подробной инструкцией, как начать майнить. И монеты выводились на бирже CoinEx. На данной бирже нет удобного вывода, поэтому выводить будем на другой бирже, на бирже Binance. Рекомендую вам сразу зарегистрироваться на бирже Binance по моей ссылке в описании, чтобы получить скидку на все комиссии в системе 5%. Итак, приступим. Монеты, которые я добыл, первые две монеты я сразу перевел в стейблкоин. Это монеты, привязанные к доллару. Я переводил в USDT. Одну монету я перевел за 10 долларов, вторую за 13. А за 15 даже долларов. Сейчас курс ЕРГО низкий, и я решил монеты пока не переводить ни в какие другие криптовалюты, и в стейблкоин тоже. Решил их держать до лета. Итак, первая моя мысль насчет монет ЕРГО. На данный момент ничего с ними не делать, держать их до конца лета. Если перевести в рубли курс монеты, то нормальный курс, я считаю, для этой монеты, это где-то 1000 плюс рублей. Курс даже одномоментно прыгал до цены 1300 рублей. Поэтому я рекомендую, если курс ниже 1000 рублей, то не выводить. Вторая мысль. Если вы уже перевели все монеты в какую-то стейблкоин, например, USDT, либо желаете прямо сейчас свой заработок получить в нормальных настоящих деньгах, то вам нужно перевести свои монеты на биржу Binance. А если вы будете переводить через USDT, то у вас будет большая комиссия. Поэтому я рекомендую переводить через Tron. Вот давайте я вам покажу, в чем здесь фишка. Так, заходим в кошелек, вывод средств. Допустим, у нас ЕРГО переведены в USDT. Вот мы выбираем USDT на вывод и смотрим, что комиссия за вывод составляет 1 доллар, 1 USDT. Я считаю, что это очень большая комиссия, тем более, если вы будете выводить примерно там 20-30 долларов. Вот, поэтому лучше всего выводить через монету Tron. Набираете в поиск TRX, выбираете, и видим, что комиссия за вывод составляет 0,1 TRX. Так, как теперь нашу монету ERG перевести в TRX? Допустим, у вас монета намайнилась и просто лежит также в ERG. Заходим на биржу. В левом верхнем углу в поиске набираем свою монету ERG. И первоначально нам нужно перевести ее в USDT. Вот, потом уже из USDT мы перейдем в TRX. Вот, все, перешли в пару ERG и USDT. Допустим, у нас есть вот 3 ERG у меня есть. Нам нужно указать цену в долларах за одну монету и сколько монет мы хотим продать. Чтобы указать здесь цену, можно посмотреть ее либо на вкладке, вот текущую цену, либо вот здесь вот, в правых столбцах. Я советую обратить внимание на текущую цену, немножко ее уменьшить. Например, поставить не 8.04, а 8.03. Затем
здесь передвинуть ползунок максимум вправо, чтобы выбрать все свои монеты ERG, и нажать кнопку продать. В итоге мы получим 24 доллара. 24 USDT. После этого нам нужно USDT перевести в TRX. Опять в правом левом верхнем углу выбираем USDT. Нет, не USDT, а сразу TRX, TRX. И выбираем пару TRX и USDT. Здесь теперь нам нужно наоборот купить TRX. Смотрим текущую цену 0.68. И в принципе можно ее и ставить, чтобы быстрее продать. В правом столбце выбираем самую верхнюю цену, самую дорогую, чтобы сразу же сделка совершилась. Также передвигаем ползунок максимально вправо. И получается, у нас на нашу максимальную сумму USDT выберется максимальное количество монет TRX. Все, покупаем TRX, затем возвращаемся в кошелек, вывод средств. Нажимаем на поиск, вводим TRX. В поле фактическое выбираем все. У вас выберутся все ваши монеты TRX. Адрес вывода средств. Если вы уже перешли по моей ссылке в описании и зарегистрировались, теперь вам нужно получить ссылку для ввода TRX монет на биржу Binance. Нажимаем кошелек, фиат и спот. Здесь в строке поиск монет также набираем TRX, проматываем страницу вниз, и здесь в строке TRX нажимаем кнопку ввод. Выше появится ссылка вашего кошелька. Нажимаем копировать, возвращаемся на биржу CoinEx и вставляем ее сюда. Нажимаем отправить. В течение 5 минут, может быть даже меньше, ваши монеты поступят к вам на кошелек на биржу Binance. Чтобы посмотреть, что они пришли, во-первых, у вас здесь появится уведомление. Во-вторых, можете перейти в кошелек, фиат и спот. В поиске монет также набрать TRX. И здесь у вас будет отображаться ваш баланс TRX. Теперь, чтобы вывести данные монеты, нам нужно обратно перевести их в USDT. Переходим в раздел «Торговля», классическая. В правом верхнем углу набираем в поиске TRX и выбираем пару TRX и USDT. За то время, пока мы переводили монеты на данную биржу, курс практически не изменился, поэтому в принципе также берем только уже в левом верхнем углу самую нижнюю красную цену, чтобы быстрее продать. Вот она отобразилась. Теперь уже в правом окошке выбираем количество монет TRX, которые мы хотим продать. До конца вправо ползунок сдвигаем, у вас здесь отобразятся ваши монеты. И нажимаем продать. После этого у вас на балансе появится USDT. Теперь нам нужно эти USDT вывести. Для того, чтобы вывести эти USDT, нам понадобится раздел кошелек, P2P кошелек. В данном разделе выбираем строчку USDT, нажимаем продать. Здесь в разделе фиат выбираем наши деньги в рубли. Так, нас интересуют рубли. Выбираем рубли. То есть мы продаем USDT в рублях. Ставим галочку, подтверждаем. Допустим, у нас есть 30 USDT. Нам нужно найти такого обменщика, у которого лимит позволяет работать с такой маленькой суммой. Мотаем ниже, ниже, ниже. 30 долларов это, ну, грубо говоря, больше 1000. Ну, 1000-2. Нет, у него видим, что у всех лимит большой. Идем дальше. Уже 5000, но все равно много. Вот, видим, что есть человек под ником дилер, который покупает USDT по курсу 74 рубля. Это даже на данный момент больше, чем один настоящий доллар, что очень хорошо. Вот, и у него лимит обмена от 1000 рублей. То есть нам, в принципе, подходит. И переводит он деньги на Тинькофф. Если у вас не Тинькофф, а Сбербанк, то ищите со Сбербанк. Ну, у меня есть Тинькофф. Все.
нас устраивает данный обмен. Нажимаем продать USDT. Здесь вводим количество USDT, которые вы хотите вывести. Например, 10. Здесь сразу отображается сумма, которую вы получите. Также вам нужно установить свои банковские реквизиты карты. Для этого нужно нажать «Установить способ оплаты» и ввести свои данные карты, ну плюс выбрать название банка. И после этого нажать кнопку «Продать USDT». После того, как вам поступят деньги на вашу карту, здесь появится кнопка «Подтвердить перевод». Только после того, как вы получите деньги на карту, нужно будет нажать эту кнопку. Все, в принципе. Таким образом, мы вывели деньги с минимальной комиссией. То есть, получается, комиссия какая была? 0,1 TRX при выводе на Binance. И, в принципе, и при обмене обратно в USDT комиссия, может быть, даже и не была, если курс поднялся даже на пару центов. Можно, в принципе, такой момент подождать, можно не ждать. В итоге, я думаю, что общая комиссия за все операции составит 2-3 цента максимум. 0,1 TRX, кстати, забыл показать, сколько он у нас будет в деньгах. Один TRX меньше 1 цента, полцента примерно. То есть вообще это очень мало. И чем удобно выводить монеты из CoinEx на Binance именно в TRX, лимит на вывод тоже маленький. Можно вывести даже $5 при желании. А если вы будете выводить напрямую в USDT, то там, по-моему, от $20 минимальный вывод. Вот, вывели. Ну и третий вариант, третья мысль насчет добытых монет, которые я хочу поделиться, это стейкинг. Для тех, кто не знал, стейкинг — это, ну, такой, в кавычках, вклад криптовалютный. Вот, для того, чтобы сделать такой вклад, нужно перейти на Binance, нажать на квадратик и перейти в раздел Launchpad. Здесь в разделе Launch Pool можно принять участие в стейкинге новых монет. Вот, если вы перейдете в этот раздел, можно увидеть, что на данный момент происходит стейкинг монеты автомата ATA. И вы можете принять участие в стейкинге, если у вас есть монеты BNB, DOT, либо BUSD. BUSD — это, в принципе, тоже стейблкоин, который привязан к доллару. И он практически всегда равен USDT. Так что вы можете моментально на бирже также обменять USDT на BUSD и принять участие. Вот я, например, обменял на BUSD, и вот здесь была также кнопка «Добавить активы». Я нажал и закинул сюда 23,3 BUSD. Вот здесь указана процентная ставка и период, в течение которого мы можем участвовать в этом стейкинге. Получается, вот за сколько это, наверное, за двое суток немножко мне уже монеток упало. Ну, сумма маленькая, поэтому как бы и мало упало. Но все равно, тем не менее, если ваши монеты лежат вообще, в принципе, без дела, и вы не собираетесь их продавать, лучше их закинуть в стейкинг, и у вас будет какая-то копейка падать. Тем более, если монета новая, то она у вас будет лежать, ну, лежать какое-то время, а потом, когда произойдет ее листинг, и она начнет торговаться на бирже, она может многократно увеличиться в стоимости, и есть шанс, что вы даже сможете ее выгодно продать, даже вот одна, если или пол монеты у вас добудется. Вот, и еще один вариант стейкинга. Это стейкинг, получается, новых монет, а есть еще фиксированный стейкинг, это уже как бы монеты, которые вышли на рынок и которые торгуются. Как зайти в раздел на сайте, я уже не помню, я размещу в описании к видео ссылку на раздел фиксированного стейкинга. Вот, переходим в раздел «Фиксированный стейкинг», здесь нажимаем «Посмотреть все 60 продуктов», и вот здесь перечислены все монеты, которые можно отстейкать. У меня были BNB, я выбрал 30 дней и нажал «Добавить активы». Здесь нажал также «Максимально», добавил сюда все свои монеты, которые были. Здесь некоторые периоды лимит больше имеют. Ну, я на 30 дней закинул. Здесь все условия, когда открывается, когда закрывается, какой процент. В принципе, все, закидываем деньги, выбираем
дату, ставим галочку подтвердить покупку. Вот. В данном столбце указана минимальная сумма, которую можно закинуть. Также можете в любую из монет поменять на бирже. Проблем с этим никаких нет. Вот, добавляете сюда активы. И далее, что нам нужно? Посмотреть, сколько мы заработали. Там, грубо говоря, заходим в ордер. История ланчпэд, по-моему. Нет, не сюда, ордера. Вот, да, точно, заходим, история покупок-продаж, заходим, история фиксированного стейкинга, нажимаем подписка, и видим, что я закинул BNB вот такую сумму на 30 дней, 17 числа. Также можно перейти в раздел проценты и увидеть, сколько процентов мне уже упало. 19 и 20, вот мне пришли две суммы. В течение 30 дней эти суммы будут каждый день мне падать. Итак, давайте подведем итоги. Мы намайнили монеты Ergo, вывели их на биржу Binance через монету TRX. Можем их вывести через раздел P2P баланс, либо закинуть на стейкинг новых монет, либо стейкинг фиксированный. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. В описании к видео, повторяю, будет ссылка на регистрацию с пониженным процентом комиссии на Binance, рекомендую. И ссылка на раздел фиксированного стейкинга. Спасибо за внимание. Всем пока.